Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в областной центр с концертом, но теперь его с нашим городом связывает не только музыка. Все подробности в материале Алены Полоненко. Не верит своим глазам. Только вчера Гульнара написала известному рок-музыканту, а уже сегодня у них личная встреча. Вадим Самойлов приехал в Иркутск с концертом, а заодно захотел встретиться по поводу проекта «Подари ребенку семью». Гульнара – один из его организаторов. Акция направлена на поиск родителей воспитанникам детских домов. Я подумала, что это было бы здорово, если бы была информационная поддержка такого, ну, известного человека, которого любят, уважают, и ну, многие, много очень фанатов. И я написала через Facebook сообщение в группу, и мне ответили сразу же практически. Практическую помощь Вадим вызвался оказать уже сегодня, запустить перед своим концертом ролик акции «Подари ребенку семью». Она действует в Иркутске год. Организаторы создают видеоанкеты воспитанников детских домов и распространяют их в интернете. Уже сделано 111 роликов. Благодаря им семьи обрели 47 ребят, в том числе несколько подростков. И это нонсенс. Чтобы еще больше детей получили шанс на новую семью, музыкант обещал разместить ролики на своих страницах в соцсетях. А в реальной жизни решено было организовать концерт для воспитанников иркутских детских домов. И пройти он должен в камерном формате. Детям нужен как раз близкий контакт. Им же не нужно просто, знаете, сидеть там в 10 метрах от сцены и наблюдать, что какой-то дядя там с ним что-то поговорит. Ну что человеку нужно? Обычное тепло, близкое. Приедем с гитарами, надеюсь, товарищи своих артистов тоже привезут. Будем с детками петь, рисовать, не знаю, все что угодно, плясать. Ну как обычно, когда в гости приходишь. Прийти в гости к детям музыкант планирует на Рождество. Для многих ребят этот концерт станет подарком. А самому Вадиму на прощание Гульнара передала фигурку нерпы, сделанную дочерью. Чтобы музыкант не забывал, в Иркутске его ждут и надеются на помощь. Алена Полоненко, Сергей Полянский. Новости по будням.